итоге решили, что бить буду я и пробовать буду исполнять левой ногой. В середине появляется клен, и Эл сразу старается наградить его передачей, чтобы он почувствовал мяч. И, в общем-то, клен не просто его почувствовал. Что творит этот маэстро? Такую банку положил. Такую банку положил. Это лето. Но как же он убрал за пивом? Смотри еще раз. На! Наконец-то он это сделал! Как? Уже после Колодина, на опыте, он уже знает, как на замахе, раз, в центр уходит, удар. Все. Колодин теперь по ночам просыпается в такой момент. Чужой с мячом, забрал штрафную на Блатова. Зато вторая попытка оказалась более удачная. Я покажу, но я спасибо родителям, меня все родители приехали. Спасибо за видосик. Отдельно отмечу в этом эпизоде Финита, который не стал пытаться пробить головой. Он успел услышать мой голос, где я крикнул, что я один, и просто кивком головы скинул мне под удар. В подборе там мяч отскакивает набегающему чужому. Тот в касании решается на удар. Гол! Чужой! Чужой! Да, бля! Сюда! Причем болельщики кричат почему-то чужой, даже меньше, чем когда нам забили. Что это вообще такое, я не понимаю. Филигранный пас клёна и еще более филигранная скидка спиной от чужого. Ну а удар Ставра, это, конечно, вообще сказка. Чудовищно красивый гол, и, наверное, это реально первый опасный момент у ворот соперника, и сразу вот такое. Обратите внимание на скидочку, которую сделал кто? Антоха Чужой. Андрей! Сип! Мос! Мос! Покажи! Спасибо, ну так вот, Данте с мячом никто не встречает, и Никита решается на удар. Поточечно покупаем игроков. Не вот забил, это, Данте, не вот играет. Это. Прям ближнюю, как опорный. Сам заработал и сам же решил и пробить. Как выяснилось, не зря. Молодцы, молодцы! И он же решает его исполнять. Блядь! Фантастика!
Красава! Куркин передает титул! Иди ко мне! Влад! Алана! Витя! И я просто вижу, что чувак на бешеной скорости, как бронепоезд, рвается в штрафную, поэтому я не стал мешать и просто пяткой оставил мяч Ильхану, который вбегал, и он там с разворотом на 360 градусов голевым касанием отмечается. Все, друзья, первый гол за МКЛ, Ильхан. Олег Фурезовский, ничего себе! Опять фалят около своей штрафной красной, и на этот раз в споре, кто будет бить, побеждаю я. Сибскана помогает мне уговорить всех остальных доверить мяч в этот раз именно мне. Не стойте, Клен, не стойте, набегите, чуть оттянитесь, да, и набежать. Что мне нравится в Германии, всегда вот он вежливый, вот так вежливый, мячик хорошенечко залетел, аккуратненько, туда смотришь, красота. Мне кажется, даже вот вратарь увидел, он понял, что ну такой мяч пропустить, но он так хорошо заходил, что... Ходите. Да, пожалуйста.